много. ДК в зеленке переживет. Ну, может быть, не знаю, попробуем. Танк переживет, обычный ДК, не знаю, может быть. Зеленая лужа. Просто выходите с нее. Сейчас она исчезнет. Все, давайте шкаф. Подбегайте сюда. Покидайте тело, кто там. Ну или резайте. И сумоним, кто в начале инстантом казика или нестойкого. Какая-то вся хуйня, вот рыба. Ешьте. Тыкаем на сумон. Казик, заходи в инст. 8 минут трэшбили. Вот. Кстати говоря, там воронок никаких не валяется, посмотрите. ЗСки они, конечно, редко падают. Но что-то лут не ставил, по-моему. Чё, суманули, пошли. Не знаю, экстензия. Маргрим не очень приоритетный. Сейчас надо будет на этого идти. На робота. Да вообще, книжок мне не нравится. Больше. Слушай, а почему у меня дистанция стоит? Проверка дистанции 10 метров. Как ее изменить? Слышь, это у тебя ДП. Мыши скрыть. Блять. Смотрите, вот, сейчас... эти мобы. Вот эти мобы, они будут там... как сказать, эти спороскаты или кто, они будут хлопок такой давать, и они могут вас выкинуть. Ну да, типа такого рывка или хлопка. Поэтому в сторону воды не падаем. Да, в сторону воды не вставайте, то есть относительно мобо. И тут будет он с ведьмы всякие ходят. Не знаю, экстензия насчет Мрагрима. Вот эти мобы, тут, короче, будет брандашмык заходить. Такой леший, короче. Вот. Он, короче, яд вешает, его сразу не спалить надо, он много дамажит. Вот такая откидывалка надо. Так что смотрите, в воду не упадите. Ну, в принципе, сало ему еще ДК танком зарядить, то неплохо будет. Так. Дальше, значит, смотрите. Дальше звездочки тут не заходите, особенно не ломитесь никуда. Тут самые опасные мобы, это маг пустоты. Тоже включите себе, чтобы вы видели. Вот я одного сейчас, допустим, беру. Должен один сейчас прийти. Его быстро зергаем, максимально быстро. Сейчас еще какая-то петушня с ним идет там. Вот. Мага пустоты в первую очередь зергаем, потом все остальное. Туда не заходите, в коридор, говорю, там патрули ходят. Вот мага зергаем, он очень много сносит всему рейду. Вешка большая у него. Вот. Потом вот эту хуйню добиваем. Так, сейчас я брандашмыга еще приведу. Вот я откинул диспелите. Ну он еще чепуха идет. Тихо туп. Ну, тут самое главное, чтобы хилы не откашили, потому что он дамаг какой.
Ой, маг, блин, канулся, да? Где он там? Хорошо, хоть моба нету. В текстуре. Вот еще маг за углом стоит. Вон он появился у нас с зергами. Так, вон патруль идет, сейчас еще одно. Брондашмик еще есть. Щелкаем этого. Так. Так, сейчас мага еще. Сильно не ломитесь вперед. Так, вот мага взял, он блинканулся, бьем его. Так, ну давай вот эту левую пачку щелкнем. Маг в пачке. Чё? Маг появился? Маг в пачке. Ман в пачке. Добиваемся. Так, давайте вот этих. Сюда подмеряемся. Так, я тут одного мага еще сагрил. Вон, бейте мага. Остальную парашу потом. Сиди, спальте с мага, кстати, хуйню какую-то. Вон там. Ну-ка, о. Хуйню какую-то. Так как. Еще одного мага. Вот. Новый маг, блин, канулся фуловый. Я тут думаю, короче. А как танчить еще дофига контента? Я думаю, на ДКшника начать себе на танка собирать, вы как думаете? Мы за. Собирай. Т5? Да, ну да, Т5. Ну, конечно. А можно резнуть? Да. Сори, я тут уже моба одного сагрил. Ну давай сейчас добьем. Если там бой не повешится, то резать. Не, ну с хорошим танком ты проходить будет полегче, я думаю. ДКшник как раз хорошо. Будет это, ну, площадка на бизнес. Да, там хорошие лужи. Они манну резают, энергию, ярость, всю вот эту парашу. Еще снижают урон на 4%. И еще что они дают? Ману, по-моему, да, резают. Это я сказал. Да. Все резают. И, и дают резиста по 200 от огня и от льда одновременно. Вон мага бейте. Это потом уже. Так, вот тут с протоварами, конечно, тяжко будет. Надо будет Лексион тебе в ДД прыгать, потому что мы так не убьем. Здесь дамаги побольше. Волна тупо добивайтесь. Надо будет резнуть. Резните двоих. Вот эти. О, толстого подождем. Стойте. Готовьтесь на рейндж разбегаться сразу. Че это, конь? Нажимайте кубик. Нифига себе. Нажимайте кубик, кому уйдет, тому уйдет. Мне не надо, я отказался. Если будет ядовитый, на нем, ну, вот это будет параша. Ну, спустя 5 секунд, может, спыла, будет вешаться вот эта болезнь, вот эта морда. Вот. Бывают еще мобы, там, на них это, красный такой оранжевый кулак вешается. Это вообще такие, ну, они по танку больно бьют, но они не вешают ни паразитов, ни болезнь. Нормально. Давай, щелкаем. Так, сейчас посмотрим. Вот болезнь пришла, разбегайтесь на рейндж. Вот просто весь рейд сейчас на рейндж разбегайтесь. Димикс, Шарлина, Лавикойл, Аматрас, вот скука, Гиена, Марук. Вот Гиена сдох, потому что не разбегался. Шарлина, Миралиса, Чумовая. Шарлина, Экстензиан.
слава богу, научились. Ну тут место побольше, тут поудобнее. Но когда такой мук выходит, сразу раньше ищите любыми способами. Вот новая появилась пачка, опять раньше набирайте. Болезнь опять висит, экстензия, Миралиса. Берите друг от друга раньше. Экстензиум. От кого-то обновляешь, типа, все исчезло. Вроде бы. О, маг пустоты сагрился. Дал незыбку. Мелочь вышла еще, блин. Ёбаный урод. Дайте на пул какой-то. Давайте шиве, я хуй знает. Включайте шиве, хильте. И зараза еще раз. Разойдитесь на заразе. Разойдитесь. Маг пустоты сейчас, это патрульный пришел. Блять. Тварь тупая, еще метку не дает поставить. На заразе разбегитесь, милики, разбегитесь. Ну зараза это, она же дамажит. Лексион, Марук. Лексион. Лексион, Марук, разбегитесь. Блять, разбегитесь на рейндж. Разбегись. Пиздец. Но сначала на рейндж разбегитесь, потом мага будете бить. Аматерасу. И давайте там массакру какую-то хуйню. Вот добейте магов по одному. Сначала одного, потом другого. Ой, ебаная, бля, все. Слушай, в тот раз из него два моба вышло, да? А этот раз из него маленький. Это разная хуйня бывает. Бывает не выходит, бывает не выходит. Но они ебанутые, эти мобы. Вот рыба. Жрем. Лесаемся. Эти мобы, они такие. Так, тут же почти все были. Кто тут не был? Я вот не был. Я не был. Кто это? Я второй. Ну, РДД просто бить. Если босс крутит вертушку, отбегаем 30 метров от босса. Милики, если уверены, что не сдохнете, то только под прожимкой. Физурон. Вертушка физурон. По-моему, помимо того, что вертушка физуроном бьет. Че там, где, ну. Ставьте шкаф. Тело покинул Лимикс. Заходи в инс, что ты там. Ебаньте шкаф, где? Есть шкаф, не? Окей. Три штуки. Тыка. А босс. Что за босс ты сейчас? Сейчас увидишь. Босс очень простой. Давайте мы бобьем, потом отъедимся. Хироси. Сейчас надо будет пройти туда. Пошли за звездой вдоль. Это, мобов слева не трогайте. Не, потому что это босс запускается. Идем за звездой. Там в туннеле сейчас почистим патруль. И потом сюда вернемся. То конька горбунка, кстати, выиграл. О, мобы. Скука. Что, а, говорю, конька же ты выиграл вроде. Кому он нахуй нужен? На фул закрываете это подземелье свои гильдой? Не, Вайшу только не убивали. Там мы ее один раз стройнули, у нас Т5 не было у хилов. Сейчас у хилов у многих Т5 есть. Нершам 4 Т5. ДЦшники 2 Т5 есть. Эрдруд 2 Т5. Ну типа можно пробовать, полегче должно быть. Ну еще конек. Еще пару мобов осталось, иди сюда.
тоже на ютубе есть, все. Зайдите, посмотрите, перемотайте до убийства босса, вы посмотрите. Все очень просто. Дамаг, конечно, посильнее нужен, чем сейчас есть. Чтобы пешники подтянуть их до 20-ки с лишним, нормально будет. Будет полегче. И все, и тогда все заиграет нормально. Надо немножко потерпеть. Надо всех под 20-ку подтянуть. Да, чё бы с Кнайт ушел? Есть кто стрядный, что-то странное, какая-то хуйня. Я думал, будет. Ну, это. Не ушел. Решил почилить, сказал. У меня все есть, поэтому не хочу особо заморачиваться. Так. На расслабоне поиграем. Ну да. Нахуя людям помогать, конечно. Вот. Обходим эту платку, также вот где-то там встаем. Сейчас объясню, что на боссе. Босс простой очень, но. Две фазы всего. На первой фазе он периодически в демона превращается. Вот. Он скидывает агро в двух случаях. Первое, когда это начинает крутить вертушку и заканчивается, он обнуляет свой агролист и набирается агро заново. Вот. Во втором случае он, когда из демона обратно в обычную форму превращается, он тоже обнуляет свой агро. И когда в демона превращается, третий тоже обнуляет агро, и он заново набирает. Как делаем, короче? Когда он в демона превращается, он, кажется, кастует зеленый фаербол такой, и он вокруг цели метров на 8-10 дамажит. Вот если это, к примеру, будет милик, вот, то ему, ну вот он наперед окрода, а ему надо выбежать, чтобы милика, по всем миликам урон большой не проходил, потому что он стакает увеличивающий урон дебаф от этой хуйни. Вот там вы видите. Вот, ну на фазе демона, значит, сначала мы этих трех пидоров убиваем, вот эти вот, которые с лучами стоят, потом появляется босс обычной формы, там, ну как Иллидан, типа такой эльф или кто он там. Вот. Его щелкаем, значит, он дает вертушку одну, после нее дает уже в демона превращается. Вот на фазе демона мы даем Геру, что максимально у нас пока все живы и дамажили. Вот на демоне он даст человек на 5, из них вылупятся демоны. И этих демонов видят только люди. Ну, для них они будут красными, для вот этих людей, из которых они вылупились, для остальных они зеленые будут. Вот. Какие особенности есть? Вот. Если Эршам, к примеру, цепуху кастует, или Прист, Холи Прист, молитву исцеления, и эта хуйня, она хилит и группу, 5 человек, и цепуха, которая хилит одного человека, и она его хилит, его эпета еще. Вот, поэтому не кастуйте ни молитву восстановления, вот, и ни цепухи, то есть не кастуйте, потому что они демонов захилить будут. Но если на хиле, к примеру, на пристах, там, на друидах, на паладинах, будьте готовы, дамажащие спелы какие-то вытащите, там, правосудие, там, лужу, не знаю, какую-нибудь хуйню, чтобы вы могли убить демона. У него там 1012-16 хп. Вот, ну, дамагеры, соответственно, кто ешкой убьет, кто свечница там. Вот, потом он превращается в обычного. А Салин, ты, короче, смотри. Твоя задача давать на пул по окончанию вертушки. Вот. Вертушка заканчивается, ты напулишь меня. Лексион в ДД. Марук, ты будешь, короче, тончить этого, блять. Демона. Демона, да. Там, короче, у него багается хуйня, что он вроде бы как на тебя смотрит, а живому не агро на тебе будет. Да, да. Будет в кого-то другого стрелять. Вот. Не знаю, там, возможно, его БРнем там или что. Ну, потом вроде как... Ну, в прошлый раз такая фигня была, когда Киризайт там стояла, хилила сама себя. Вот, Киризайт, если что, в этом плане бабл там отдашь. Значит, смотрите, на вертушке, на первой дам сейф я, на второй у нас будет Марук, скажу, а потом же Киризайт. Потом что, ну самая большая особенность это вот на вертушке, если вы бьете, смотрите свои сейвы, то есть вары, рассчитывайте свои силы в дистоке тоже. Если 50 на 50 есть, ты можешь побить. Вот вертушка, она как таковая вроде бы прохилится, но после нее дотка вешается. Вот когда тебя задела, она дотку вешает, кровотечение. Опасная херня. Вот. Что еще? На 25% босс исчезает, и потом появляется сразу и демон, и босс. Босса я отвожу. Демона Маруку набирает агро. Ну и, соответственно, уже добиваем. Уже он исчезать не будет. Ну давайте, короче, посмотрим. Простой босс очень. Надо посмотреть. А то я пизжу, нихуя не откладывается. А, давай, знаешь что? Значит, трибал по Эли, экстензин по Димиксу, Алови Койл, я подумаю. А, дали? Алови Койл на кого дал? Алови Койл давал на кого-то? Он давал на Элея, Трибал давал на Димикс. Экстензин на кого давал? Не вижу. Экстензин тут нет?
Прием. СС есть у тебя? Давай на Лучезару тогда. В принципе, вставалки есть. Ну и смотрите, самое главное, магия, РДД, вот те ШП, там хилы. Когда этот петух крутится, вы соблюдаете с ним рейндж 30 метров. Вот примерно как от синего столба и до звезды. То есть, видите, в вашу сторону идет, убегаете. Видите, от вас идет, подбегаете, чтобы хилить людей. Ну все, давайте, все готовы. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас стопните дома, как он исчезнет. Когда босс появится, не бейте его. Дайте мне время набрать. Все, в принципе, можете бить уже. Пешки дам. Ну, хуярим пока. Вертушка через 5 секунд. Приготовьтесь. Вертушка длится всего 10 секунд. Асалин, приготовься. По окончанию вертушки дашь меня этот... на пол. Войда. Захиливаем. Все, вертушка закончилась. Скоро будет демон. Перед демоном тоже давать агру набрать? Ну, в демоне. Нет, ничего не надо давать. Если я попробую набрать немножко. Давайте Геру быстрее. Геру фулл ДПС по этому дураку. Так, вроде я поднабрал агру. Напуливай Асалин на меня один раз. Сейчас еще немножко его подобью. Мира, если там ветерок тыкай. Все, я отойду, сейчас выйду, чтобы вам не дамажилось. Асалин напулю. Сколько у тебя там КД? Ну, один раз напули, дальше все оставь. Сколько там? Вот, смотрите, сейчас появятся демоны. Димикс, убивай своего демона Гиена. Дед Мороз, Чумовая и Шалина убивайте. Вот, сложнее всего хилам будет убить. А что по демону, такой дикий урон идет? Ну, давай, бей демона, выбирай там этот кару, там кастуй по КД, потому что ну, по-другому никак. Хуево будет, если не убьешь. Ну, я про то и говорю, по нему урон какой-то ебанутый идет. Не знаю, может от света больше урона просто идет. Вертушка 7 секунд. Готовимся. Вертушка 5 секунд, готовимся. Сейчас, короче, на ту я не давал низыпку, сейчас я буду давать низыпку. Дал низыпку. 7 секунд вертушка закончится. 3, 2, Асалин готовь на пул, давай на пул. Ага, все, херачим дальше. Ну и сейчас опять будет демон. Берсал босса 6 минут. У нас осталось 3,5 минуты. Вроде успеваем. Так, вот демон пошел. Еще на пол один, дай демона на меня. Огнестойкий сольву на себя, ибо не. Кинул. Ну, сейчас немножко подобью и пойду. Все, отбежал, чтобы вас не дамажило сильно. Скоро демоны появятся. Демоны смотрим. Вот сколько Лучезара, бей демона своего, Миралис, Эликсион, Трибал. Сложнее всего Лучезаре будет. Смотри и убей демона обязательно. Так, что там? 10 секунд. Так, в кого там? 3 секунды обычная форма. Так, тут на пол не давай, потому что скоро вертушка будет. Сам его заберу. Оп, оп, оп. Миралиса, ну какую-то нажми ветерок, ага. Я его хоть догоню еще. Нормально. Вертушка 5 секунд, готовимся. Ну и там до фазы 3%. Вертушка. Вот. Так, давай ШВ этот самый Мрук. На следующий уже буду давать. Напуливаем.
Все, пошла фаза. Отойдите отсюда, отойдите немножко. Вот сейчас появится обычный. Марук, демона набираешь агро. Я мелкого отвожу. Он, демон не двигается. Вот, я забрал. Отходим сюда. От демона отходим. Сюда переходим, где для террасы слепец. Сюда подходим. Бля, Димон, он на тебе. Димикс. У него СС есть, в принципе. Не знаю, кинь его вмешательство, там, кто знает. Дай какую-нибудь хуйню. Все, сейчас готовимся, вертушка будет. Вот она пошла, вертушка. Давай, значит, я даю незыбку, короче. Эту вертушку. Так, и готовимся сейчас. Напуливаем. В принципе, нормально добиваем. Будет еще вертушка. Там и кирзай, там где массакра должна быть, если не ошибаюсь. Скоро вертушка, готовимся. Только кирзать не сразу, когда он крутится будет, а когда немножко уже покрутится. Вот все, в принципе, можешь давать массакру. Ну все, там что там, 6 лямов добиваем. ШВ там жмите, вары свое. Все, на пол, если есть, еще разок. Ну, одного ебанул, это традиция. Че там до берсы? 30 секунд, нормально. 2 ляма добиваем. Если этого дурака за 30 секунд до берсы добиваем, в принципе, и робота можно щелкнуть. Там вопрос уже будет в том, как скидывать агрос людей. Потому что неизбежно он будет выбирать челиков. Так, ну давай подумаем. Вот это вот праша надо кому для начала? Сейчас кому-нибудь закинем. На транс, если можно. Транс. Что это, Миралиса? Да. Так, теперь варовский токен. Кто претендует на него? И давайте исходить из того, что кому два куска апнут, кому не апнут. Вот, к примеру, эрдру нормально, сова не очень. Про товару как? ДДшникам точно хорошо, 2Т5. Вот. Роту тоже хорошо. Роту тоже нормально апнет. Эрдру тоже. Ну, две печеньки, конечно. Пристам тоже, по-моему, дома капает. ШПР 2Т5, по-моему, мощный. Да, там нормально, ну, там прилично. Да, по сути, он всем апнет там. И не, есть класс, который не апнет. Ну, про товаром чисто больше в трэш. Ну, прям, чтобы прям в соляновое, надо 4 куска. Угу. Лучше всего быть ДЦ, но ДЦ, по-моему, руки получал у нас на том, когда. Сейчас посмотрим, да, я думаю, сейчас это два куска сейчас раскинем. Да, зови, потому что надо бы какого-то дамагера еще взять. Я не знаю, будут ли какие-то люди, кто заменит вот тех, кто по 10 там дает. Сейчас попробуем на робота сунуться. Так, ну и что, кого апнуть-то? Точнее, как апнуть? Сейчас оно пока лежать будет один хуй. Давай, слушай, знаешь, как сделаем? Сходим на робота, посмотрим, что выпадет, и, соответственно, сделаем выбор. У нас уже у Лучезары и у Киризайда уже большая. У нас уже у Лучезары и у Киризайда по рукам лежит. Вот я говорю, две уже руки отдать. Если мы сейчас вот эту друидовскую, варовскую, мы должны закинуть кому-то, кто будет уже на втором КД лутать. Ну да, я думаю, что интересно было бы два куска кому-то, да, сделать. Вот, и надо подумать, кому. Ну вот, к примеру, из престов, варов, Казик и Аматерасу больше всего дают, соответственно, лучше их апнуть. Ну вот Шалина, например, хорошо дала на этом боссе именно. Вот сколько меньше всего? Ну, как бы, я не знаю. Ну, опять же, они уже дают по 20-ку, да, а есть люди, которые вообще никого не дают. Вот, друида, если Аризельду брать, если чумовая, говорит, ну, тот друид, который и сова, и этот самый, то Эли надо собирать сову. Вот, если ему заряжать эрдру, то надо Димикса убирать с рейда, чтобы Эли и Аризельда хилили. То есть, видишь как. Короче, ну, у меня вот вариант между этим, как он называется, между Аматерасу и Казиком. Пусть вот. Пароль тогда вот они вдвоем, и все. Насколько я знаю, эрдру тоже апнет два куска. Эрдру апнет. Ну вот Димикс, он недавно только это самое включился. Ну смотри, у Димикса только на этом КД 4-4, до этого он в принципе без Т4 был. Ладно, пока у нас все равно на ДПС надо будет
Да и танка с двух кусков, не знаю, только мишкой протопал, возьмут агро. Мне кажется, все-таки ДД лучше зарядить какого-нибудь. Сейчас пока ДД. Да тем более еще робота щелкнуть надо, чтобы о чем-то вообще размышлять. Я думаю, Аматерасу, что ты хочешь два куска собирать? Казик, ты как? Ну все, давайте оба кидайте ролл. Казик, Аматерасу, кому кто больше, тот и пускай хранит эти руки. Королевский ролл, блядь. Так, вот теперь насчет рук я спрошу. Хантов у нас нету, ДКшник 3 штуки. Вроде 2 куска апают ДКшника. Потом маг, маги есть. Маги тоже 2 куска апают. И локи есть. А вот локи апают, не апают 2 куска. Магов не просто апают 2 куска. Магов, блядь, в богов превращают эти 2 куска. Вот, но вопрос в том, что... Дамаг апнуть, это еще робота щелкнуть надо, чтобы робота щелкнуть. Короче, я не знаю, брать себе на ДК танка или кому-то закинуть. Мне так-то похуй, на самом деле. Ну, я думаю, ДД лучше накинуть. Все. Я просто вот не знаю, вы сами как подумаете. Не, просто смотри, ты как бы контент сейчас тянешь и в том, что есть, да? Правильно? Ну, а ДД не тянут, поэтому... Я думаю, что имеет смысл ДДшник накинуть. Вопрос про робота будет. Там агро будет не хватать. Да Woman надо смотреть. Я с пугами закрывал хочешь, робота. Собирай. Даже на варе танчил. Вот как сейчас есть, так и танчил. ДКшников апает хорошо, да? По дамагу. Только да всех апает. Вот это печенька и магов, и ДКшников апает. Это прям 100% всех. Там потому что начинается в Т5 арпа прибавляться, потому что в Т4 арпа нету фроста. Ну надо, короче, смотри, сделать еще так, что вот, к примеру, Дота и Дед Мороз, они у нас спекаются в танках. Пока что они тянут контент. Ну, в плане не всегда, типа, вот, это сейчас они в ДД. На робота надо будет что-то менять. Вот. Так как так, чистый... Мы тут все? Летим туда? Да, вока летим. Полетели. Короче, ну выбор между Халокид, ну груд меньше Халокида дает на 2000. Так что я думаю Халокиду закинуть и апнуть. Халокид, что думаешь? Но это пока что ты ничего не апнешь, ты просто кусок будешь один иметь. Вот, а груд что думаешь? Потерпишь со своими 15к пока что? Да давай, только магов апнули. Может побольше будет даже. Ладно, я Халокиду закину, пока пускай у него будет. Кстати говоря, насчет. Это же у нас 300 ГП. Чуть 3000 не дал. Так, и тот кусок, кто у нас? Халокид и кто утонул? Забыл. Казик, да? Казик. Вот, первые куски есть. Надо с робота сейчас щелкнуть. Я своим порталом ленигатовским воспользуюсь. Воронок у меня всего 3. Гильбанки 3, в сумке 1. Вот. Если сейчас робота щелкнем. Но чтобы его щелкнуть, надо раздуплить, я не знаю, нормальных персов. Так что сейчас заморачивайтесь, ищите. Время у нас мало. До робота дойдем, там, не знаю, минут 40 может будет потратить. Летим на око. В смысле искать нормальных персов? Ну, найти. Которые подамажат много. Вот, например, 2 протовара не нужны мне на роботе. Ну, Лексион спекнется. Нужно будет ДК спекнуть. Я максимум на сову могу зайти, все. Больше нет вариков. Я бы вообще, ну, сова-то у тебя, ну, сколько, она же 20-ку не жмет? Нет, конечно. Ну вот. Ну, Марука я бы поменял, потому что ДКшник поэффективнее. 3 ДКшника поэффективнее будет. В плане того, говори, что... лететь мне туда нет, я пошел да дела ты, делать. Да ты лети пока. Ну, уходить-то не надо. Надо, чтобы менять, надо сначала найти, кого взять вместо тебя. Того-то, кто подамажит. Сейчас нам пока дойти до туда, надо щелкнуть трэш. Короче, если мы сегодня робота щелкнем, это будет хорошо. Вот, но чтобы его щелкнуть, надо, чтобы... Все вот, кто в рейде, вот Лексион, Казик, Гиена, чтобы сработали в плане вмешательства. У меня, по-моему, в ДБ... Ребят, на сумон кто-нибудь тыкните один лок при сумоне. Сейчас я долечу.
Так что надо раздуплить персов сейчас. Вроде бы локи. Конечно, он... так-то все нормально, но, возможно, надо было печеньку дать, кто чуть поменьше дал, чтобы потом у всех ДПС вырос. Это все понятно. Все всегда так думают, но при любых, вообще при любых системах лута, при консоли, при ПГП, при роли, при любых, с босса бады две штуки, да, их, в рейде 25 человек. И всегда так будет, что кто-то лутанет первый, а кто-то 25-й. От этого, ну, никуда не отвертишься. Вот. И ну, в промежутке, когда даже 10 человек не успеют залутать все два куска, уже у людей будут сдавать нервы, и они будут ливать с игры, уходить с гильдии и так далее. Вот возьму два куска и уйдут, возьму два куска да и нет, уйдут. Я имею в виду, чтобы ДПС вообще вырос у рейда. Сейчас мы пока ничего не знаем. Сейчас дело не в ДПС, сейчас надо сыграть, показать. Вот мне надо, например, чтобы... Ну, вы сейчас... Я позиционирую вас как в танках сейчас, но надо вот, если я Марика буду менять, надо будет какого-то ДДшера вместо него. Ну или, к примеру, если его свичнуть, а, допустим, кто там, дед больше или дота больше дает, да, чем дед? Вот, чтобы кто-то с вас остался да в ДД, нет. А чумовая там, ну, пофиг, кто-то останется там на выбор и возьмет чумовая ДКшника еще. Не знаю, что он как агро генерирует, как он что делает. Но вроде, если он шарит, вот, надо еще, может, дамагер у него хороший. Вот, надо сделать так, чтобы дамагер, который ДКшник был, чтобы он мог, если босс на него сагрится, он мог отдать незыбку. И чтобы в него залетели зубы. А зубы залетели не просто как попало, когда босс на него сагрился, а когда незыбка кончается. Вот это все надо сейчас. Нужна игра от рейда. Чтобы шаманы, которые и Энг, и ЛМ себе забили в этот... В ротацию ветерок. Он без ГКД юзается. Пронизывающий ветер, вот эта параша, которая каз сбивает, она снижает агро. То есть шамана никогда не будет по агро, что их босс, робот не будет щелкать. Вот. Если мы сделаем так, что у нас ДПС ну, настолько много, что босс не успеет пощелкать людей, вот мы как бы его щелкнем, босса. Блять, что-то мне это щелкать приелось как-то замечательно. Ну, действительно, афакну 2 минутки, 3. Короче, суманете, я что-то заблудился, блядь. Ебать ты лох. У меня еще полетка слабая. Я лечу, никак не долетит. Сейчас умнем, мы пойдем до робота. Если мы робота щелкнем, нам будет проще немного. 2-5 начнем фармить. Вот. Все постепенно будет лучше и лучше. Так что надо сейчас сосредоточиться на этом. Какая печенька падает с робота? А что там? Все 3 печеньки. Ну не 3, 2 падают, а 2 из 3. Я имею в виду, какая? Ты опять... Плечо. Плечо. Рыбу слепца убили? Да. Слепца и рыбу в этот раз. Молодцы. Так что вот так вот. Тащу я контент, Синтек. Понял, да? Так что... да, простите, что мне запрещали лутать токены и шмотки. Прощаем. Спасибо. Короче, пошли, там что-то не принимают чумовая. Давайте их ярить, не могу уже время. Стоим. Сейчас он будет стрелять там. И смотрите, своих контролите, чтобы они не пошутали. Вот видите, вот это стреляет. Бабл кирзает, бабл, это щелкнул. Я дал ей их. Зря, что леди убиваем. Ага. Ладно, будет флот, я в дискорде. Да, будь недалеко сейчас, будь вообще в дискорде, сейчас мы на робота идем. А что, на рубеж зайти надо где-то? Ну, сейчас посмотрим, я не знаю. Суманете, если что. Пока он точку кинул, да. Вот эти анимации бы еще убрать. Этот шип вот этот огромный, что это за говно? Вот это на пол экрана просто, блядь. Пиздец. Нашу, нажмите, пожалуйста. Заклинание давно, а колых.
Чем мне группа, я хоть стоим. Где там это валяется? В каком мобе? А вот вижу. Блять. Че вы, ну пульте, че, зачем стоять? Пошли. Хильте, вы сейчас закидают нас. А здесь только одного босса убивают, да? Ну, почему тут до келя три босса? Нет, мы сейчас только одного убиваем. Мы можем всех трех убить, просто надо четко представлять, что на них делать. Ну, либо травить по несколько часов. Сейчас у нас час только остался. Нам нужно Т5. И робот самый простой. Ну, и соляра тоже простая, но с нее нету Т5. Можно было бы ее идти, но она не даст столько профита, сколько Т5. Ну там такая треня, бля. Да, которая... она не даст. Не. Т5 лучше. Если учитывать, что это ДЦ2, Т5, ну, намного сильнее. Покидайте тело, бегите тут недалеко. Я маршала заберу, ты вот этих двоих там, вичей. Ой, ну я же его... Отведи их туда поближе к рейду, он будет крутиться, сейчас убьет всех. Не трогай маршрут. Да, блядь. О, господи. Отойдите от маршала, от звезды отойдите просто. Он будет сейчас крутиться, и вы подохнете. Вертушки раньше приличные, 15 метров. Вот вертушечка, смотрите, вот кого бьет, вы не отходите, значит, нихуя, вот отойдите. Все. Это же так же, как на этом, на Зулжине? Не, на Зулжине это вот там кровостражи или как вот эти. Они именно это дают каст, в конце каста вертушка. А это несколько вертушек. Но, видишь, она крутит прям долго. Сейчас скоро начнет она крутить еще раз. Нам подключили трубы полов. Либо... Так, эту пачку щелкнем. Стойте там в углу. Вот тут. Чем там, блядь? Ладно, заходи сюда. На вечеринку к нам. Забери этого мамба еще. Лексион, забери. Или Марук. Пойду Феникса вести. Ёбаные лаги, блять. Успею, что ли?
слишком далеко. Не достаю. Тварь. Слишком далеко. Пиздец. А, ну, лети сюда. Надо вот сейчас эта чепуха, короче, в углу будете бить, на нее гиру дадите. Угу. Давайте геру. Пока следующего приведу. Пиздец, блядь. Тупые мобы разлетелись. Ой, блядь, в кошки-мышки играем. Знать бы заранее, куда они прилетят. Вот он то повернулся, то отвернулся, блядь. Спонтовые патрулирующие мобы. Блядь. Короче, их двое. Придется. Походу я двоих согрел. Вот смотрите, одного сейчас меня заберешь в проход, его заведу, а второго я тут потанчу, ну, снаружи. Кто-то меня выйти, подхилите. Вот вот этого цепляй, забирай. Второго я не буду заводить. Вот я тут сбоку поставлю, чтобы оно в рейд не чаржилось. Не пошел того рейд. Того зергайте пока. Меня кто-то выйдет, их поход эти, их узнает. Mm-hmm. Есть там кто-нибудь? Такое бывает, да. Ну, ребят, вернитесь, я постою. Все, прячьтесь. Уходите. Все, того добили, сейчас обратно заведу того. Все, забегаю, пока четвертого приведу. Все, забирайте. Пойду догонять. Сука, или там его уже ждать. В Гере вот этот босс, это вообще, блядь, мы его 3 месяца травили на X2. Там такой, ну, гений придумал эту всю хуйню. Кодзима нервно курит в сторонке со своей гениальностью. Убили. Веду еще последнюю.